Латвія видворяє росіян, які не склали іспит із державної мови. Як повідомляють тамтешні медіа, листи з проханням виїхати отримали 985 осіб. У всіх закінчився термін посвідки на проживання. Щоб її продовжити, за новим законодавством, слід довести знання латиської чи отримати інший дозвіл, передбачений нормами про імміграцію. Це, зокрема, воз'єднання сім'ї чи шлюб із резидентом. Часу віддати отримання припису – 2 тижні, протягом яких людина може владнати свій правовий статус чи оскаржити вимогу виїхати. Після цього, якщо нічого не зроблено і особа добровільно з Латвії не виїхала, застосують процедуру примусової депортації. Таке чекає на щонайменше 2 російських громадян. І, власне, докладніше про цю тему ми поговоримо далі із письменником та журналістом із Латвії. Це Іманс Лієпінш. Я вас вітаю в нашому ефірі. Сподіваюся, я правильно вимовив ваше прізвище. Да, спасибо. Все хорошо. И, ну, я, к сожалению, я буду говорить на русском, потому что я бы хотел, что... Хотя случайно русские в России услышали, увидели этот сюжет и поняли, что у нас здесь в Латвии происходит с гражданинами Российской Федерации. Добре, говоріть, як вам зручно. Головне, щоб ви мене розуміли. Отже, як я розказав перед нашою розмовою, вже 985 росіян отримали повідомлення про необхідність залишити Латвію або якось врегулювати свій статус там. На вашу думку, чи зростатиме ця цифра надалі? І загалом, на сьогодні, які перспективи для російських мігрантів у Латвії? Да, сейчас мы сегодня говорим о тех людей, которые гражданины Российской Федерации, но живут у нас в Латвии. Таких людей тут около 45 тысяч. Есть такие, которые живут из советских времен, но у которых сейчас паспорт России. Но есть, конечно, и такие, которые... приехали к нам как беженцы от путинского режима. В том числе, например, журналисты, писатели и так дальше. Ну и Максим Галкин, например, тоже. Но сейчас речь идет о тех персонажах, у которых паспорт России, да, но которые отказаются говорить по-латышски, хотя немножко, и подать... И пойти на экзамен латышской языки. То есть в прошлом году наступило в силу изменение закона, который сейчас скажет, что если гражданин России хотят жить в Латвии с видом на жительство, он должен хотя самый-самый минимум латышского языка изучать и потом подать экзамен. Но это такой школьный уровень 3-го класса, скажем так. Как попросить дорогу, как покупать продукты. И, ну, такие простые фразы. И большинство из этих людей уже пошли на экзамен и сдали. Были такие, которые сдали экзамен на первый раз. Были такие, которые нервничали и которых не получался. Они ходили... второй, третий и четвертый раз, когда сдали экзамен. Но осталось почти 1000 таких россиян в Латвии, которые вообще ничего не делают. Они даже не подают документы и подтверждение, что они будут учиться латышский язык и в течение 2 лет будут сдать экзамен. И у этих, которые ничего не делают, виза в Латвии кончился, и они сейчас будут или сами выезжать из территории Латвии, или будут депортированы назад в Россию. А як уся ця нинішня ситуація впливає на відносини між Латвією і Росією? Бо от ми бачимо, наприклад, що зараз з боку РФ лунають погрози в бік країн Балтії. Як ви думаєте, це саме через оці видворення, чи це лише привід? І вони б в будь-якому разі погрожували би?
Ну, они тут постоянно нам грозит и всякие, конечно, все эти кремлевские пропагандисты, всякие угрозы тут нам расскажет, угрожали войскам, угрожали зеленых человечек, угрожали тут экономического разрыва, экономического связи, что не будет нам, например, продавать газ. Мы ответили, что все, хватит, мы и сейчас не будем покупать ваш газ, и мы уже год как не используем русский газ вообще, и сейчас импортируется из Норвегии и других стран. Так что они тут, конечно, они нам угрожали, угрожают и, наверное, будет угрожать, пока существует путинский режим. И мы, ну, из-за этих элементов так называемой пятой колонны, то есть из-за местных ватников, которые отказаются говорить по-латышски, хотя они живут в Латвии. Ну и такие поправки закона были приняты, и сейчас они действуют. Угу. Ну, зараз ми знаємо, що рішення безпосередньо вже про примусове видворення ухвалено лише щодо двох осіб. Ну, і це говорить про доволі такий обережний підхід, судячи з усього, Латвії до застосування таких екстремальних заходів. Які є критерії для визначення, кого видворяти? Чи всі з отієї тисячі людей, про яку ви говорили, теж будуть видворені, на вашу думку, згодом? Сейчас каждый из этих тысяч случаев обсуждается органами власти, потому что, может быть, тут люди, например, люди были больные или инвалиды, они не смогли вовремя подать все документы, ну, может быть, кто-то из них во все это, ну, остается в Латвии. Сейчас выкинули какого-то, по-моему, Котова или какого-то россияна, который был, когда-то он был начальником маленькой ватной общественной организации Содружества России и Латвии, но его выкинули из Латвии, по-моему, из... Как угрозу национальной безопасности. Ну и, конечно, он тоже не говорит по-латышски. Так что каждый из этих гражданина России будет обсуждаться отдельно, и каждое решение будет принято индивидуально. А чи є якісь іще альтернативні варіанти для легалізації російських громадян? От у нас в новині йшлося про воз'єднання сім'ї, наприклад, або про шлюб. Тоді знання латиської не буде потрібне? Була така, во время предыдущей економічної кризи, була така програма, коли люди из других стран могли получить шенгенскую визу и вид на жительство в Латвии, если они тут, ну, покупали недвижимость и так дальше, инвестировали деньги в Латвии. Но сейчас речь идет, чтобы те люди, которые уже, у них уже вид на жительство, например, 5 или 10 лет, это, если они из России, они точно те люди, у которые сейчас должны пойти экзамен на пройти экзамен на наш государственный язык. И если сейчас приезжают какие-то диссиденты или журналисты, писатели из Российской Федерации жить в Латвии, мы их принимаем, если они не угроза нашего безопасности, но они тоже будут, наверное, учить государственный язык, и, например, редактор «Медузы» уже хорошо говорит по-латышски. Ще маємо буквально хвилинку часу. Хотів ще спитати, за вашими спостереженнями, які саме росіяни зараз здебільшого їдуть у Латвію? Як вони налаштовані? Чи готові вони приймати місцеві правила? Ну, зараз ми не видаємо візи у російських громадян,
уже с момента полномасштабной начала полномасштабной войны в Украине, то есть и от февраля 2022 года. Старые визы закончились, и сейчас мы пускаем только таких, которые есть, естественно, политические диссиденты или писатели, журналисты в России, у которых тут угроза, если они будут остаться на территории России. Ну и, конечно, принимаем и тех, которые приезжают в Латвию только по медицинским или гуманитарным причинам. Но вообще мы не принимаем всех подряд российских гражданин сейчас в Латвии, потому что у нас живет много, 10 тысяч украинских беженцев, и нам надо сначала позаботиться о гражданинам Украины, которые, к сожалению, сейчас попали у нас. Пане Іменце, я дуже вам дякую, що знайшли час з нами поговорити. Я нагадаю глядачам, що це був Іменце Лєпінч, письменник і журналіст із Латвії.